Как видите, у Xiaomi сейчас небольшие нововведения. Обновление не найдено. То обновишься без проблем через три точки. Сейчас расскажу, как было дело. Вы офигеете. Ребята, всем привет! Внеочередной ролик подъехал. Сейчас уже должен был выйти ролик про регистратор, которому сейчас бесплатно GPS-модуль раздают в честь распродажи. Но это другая история, он скоро выйдет. В этом же ролике я хочу рассказать о внезапном для меня обновлении моего покафончика до MIUI 11. Сейчас расскажу, как было дело. Вы офигеете. В общем, ко мне после предыдущего ролика об обновлении российской версии покафона до глобальной писало много людей. Со словами благодарности, да и просто вопросами, стоит или нет обновиться. Обновиться, конечно, стоит. Ролик будет у вас в описании и в подсказке. Ну так вот, Александр не явился исключением. Парень все расспрашивал, стоит или нет и прочее. И вот вопрос, который он мне задал. Мол, вдруг другие обновления перестанут приходить, на что я ответил, что конечно же должны прийти, и что обновишься без проблем через три точки. И даже показал скриншот, как это сделать. И... прям в этот момент общения ко мне приходит вот такое сообщение от MIUI. Я честно был очень рад. Скинул скрин Саше и подумал, приду домой с работы и обновлюсь. И представьте мое лицо, когда я нажал обновиться, телефон сказал, обновление не найдено. Я охерел просто, по-другому не сказать. Но я не растерялся и решил обновиться через три точки. Прям ответ на вопрос Александру, может ли получать дальнейшее обновление. В общем, по ссылке под роликом сайта FOPDA смело скачивайте обновление прямо сейчас со своего телефона. И вот вам обнова готова, практически в прямом эфире. Обновился и сразу сел делать этот ролик. Перейдем к обновлению. Ну, во-первых, заходим в настройки. Далее о телефоне. Обновление системы. Смотрите, никакого обновления нет, оно реально пропало, сука. Учитывая, что регион у меня стоит Индия, и на этот регион обновление приходит быстрее всего. Далее заходим снова в обновление системы, и вот что нужно сделать, чтобы все-таки обновиться без проблем. Как видите, у Xiaomi сейчас небольшие нововведения, а именно, я нажимаю на три точки, а никакого обновления нет. Далее, короче, много раз тапайте по 10 MIUI, до надписи «Дополнительные настройки включены». Далее три точки, и нажимаете «Выбрать файл прошивки». Моя прошивка скачалась по следующему адресу. Внутренний накопитель, и дальше папка «Download». И выбираем этот файл. MIUI POCO F1 Global 11.0.5. И нажимаем ОК. Далее идет получение данных. До появления следующей надписи ваше устройство будет автоматически перезагружено до обновления. И нажимаем перезагрузить. О, как обычно. Сверхдержава безвозмездно что-то кому-то передала бесплатно. Ну а что, жизнь-то у всех граждан в шоколаде. Пора и другим помогать, лицемерные мрази. Добро пожаловать! Добро пожаловать в сети 17. Ой, извините, ролик-то не про это. В общем, далее идет распаковка и перезагрузка смартфона. И вот пошло обновление MIUI. А пока немного дурачества. Вот такой крутой машинкой и вот таким квадрокоптером. Ссылки на машину и квадрокоптер я оставлю в описании, успейте урвать по хорошей цене на 11.11. В общем, пока обновлялся, я круто провел время, а главное минимум стресса. Но всегда, кажется, есть шанс при обновлениях получить кирпич. Короче, я засек, на обновление ушло всего 5 минут. 5 минут прикольно проведенного времени и 11 MIUI у меня на смарте. Тут у нас надпись, что жизнь становится проще. И нажимаем далее. И еще несколько описаний. Красота – это просто. Удаление шумов, выбор фокуса на объектах, улучшенное управление жестами для упрощенного взаимодействия с устройством. Это все нас ждет в 11 MIUI. Далее нам показали примеры звуков природы. И вправду круто звучит, вот послушайте. Трансляция. MIUI дает возможность показывать только те уведомления, которые хотите, чтобы видели только вы, а не кто другой. Ставьте паузу и читайте все надписи, кому интересно. Далее появление MiDoc Viewer. Это продвинутый инструмент для просмотра и редактирования документов, а также удобное хранение инструментов и ярлыков в одном месте, в панели управления слева.
В общем, жизнь станет реально проще. Ну вот, в принципе, и все. 11 MIUI на Покафон получено. В конце октября. В принципе, как я и говорил вот в этом ролике про 11 MIUI. Внимание на подсказку. И я доволен как слон. Аж решил сделать для вас такой воодушевленный обновлением ролик. Всем спасибо за просмотр. Было легко и просто. И советую обновиться каждому. Тем более, у меня на канале есть все для этого. Жду от вас подписку и ставьте лайк, я буду очень благодарен. А если репостить друзьям, то это вообще высшая награда моему каналу. И также жду вас на моем втором канале со всякой интересной всячиной. В общем, скоро там будет годный контент. А пока только одно промо. Также мы ждем ваше предложение на то, что можно уничтожить или разыграть между вами. Да-да, то, что выживет, мы разыграем между вами. До скорых встреч и пока-пока, друзья. Всем MIUI 11.